Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Короче, перед этим небольшое такое объявление, я бы сказал. В общем так, я хочу ненадолго, может на месяц, или можно на пару недель, не знаю, уйти с Ютуба, уйти в отпуск, так сказать. Я многое время... Это все связано с тем, что я уже устал, честно говоря, снимать видео. Я почти практически каждый день делал видео и устал от этого. Еще, кстати, меня на это побудил один случай такой небольшой. Помните, я вам рассказывал несколько раз про тот случай, который произошел в декабре прошлого года, когда я проводил стрим, резонансный стрим, и там были люди, они очень плохо себя вели. Против меня, короче говоря, там стояли. И этот стрим я был вынужден прервать. И, в общем, вчера, ну, 2 дня назад, этот случай повторился. Не повторился, очень похожий случай произошел. Лёха, ну, автор канала «Чего хочу, то и ворочу», у себя там проводил стрим. И по скайпу мы договорились, что я на этом стриме тоже буду. И эти люди, не буду говорить, кто они такие, а то они еще больше разозлятся. Короче, они оказывались на том стриме тоже были, и они там так же плохо себя вели, и мне пришлось уйти с этого стрима, чтобы Лехе дизлайков там не налепили. Но, в принципе, меня не это побуждает уйти в отпуск недолгий. Я просто устал пока снимать прохождение, надо немножко отдохнуть. Короче, сегодня мы будем готовиться к налету на бюро. Мы планы архитектора достать должны. Господи, как задолбали пищать, а? С улицы. Эй, дубина, без каски сюда нельзя. А, да, спасибо. Короче, инспекция, архитектор прибыл. Да, вон тот архитектор. У него, короче говоря, планы. У него планы, у него есть чертежи здания ФРБ. Мы должны на него налететь. Там украсть кое-какой диск из него. И вот поэтому мы должны украсть у этого архитектора эти самые чертежи, чтобы мы смогли попасть в здание. Поэтому тихонечко идем аккуратно. Следуем просто за ним. И резких других лишних движений не делаем. Так, аккуратненько идем. Так, он уехал. А, тут еще один лифт есть, ничего страшного. Так, поехали. Ой, господи, извините. Поехали на лифте. Блин, а каска какая-то грязная вообще. О, смотрите, великий художник. Изучайте их, изучайте как следует. Не, я не собирался им жопу потирать. У меня для этого есть план инженера. С моими обращайтесь, как со священными текстами. Понятно? Так, надо идти за ним аккуратно. Как надо, наверное, вырубить его. Вынудите архитектора расстаться с чемоданом. Так. Аккуратненько вырубим его. Вот так-то. Ха-ха-ха, прикольный нокаут получился, да? Такой, нокаут. У него поприкольнее на самом-то деле получилось. Так, нет, мы к ним не пойдем, а то у них что, а то они вопросы задавать, наверное, будут. Зачем ты взял этот чемодан? Все такое. Лучше просто обойдем их и зайдем в лифт.
Так, нажмите Е, чтобы лифт поехал. Приехали, пошли. Что-то звук из игры, я что-то вообще плохо слышу. Так. О, никто не агрится, все нормально походу. Так, вон наша машина. Давайте идти тихо, чтобы не привлекать к себе внимание. Так, секунду. Доберитесь до швейной фабрики. Потом отвечу, Леха, извини, потом отвечу. Так, едем к швейной фабрике, короче говоря. Так, приехали. Тут машина Майкла стоит, Майкл тоже здесь. Так, планы архитектора добыли. Ну и, наверное, это все. А, нет, это... Блин, спойлернул чуть-чуть. Там, короче, будет выбор. Как попасть в бюро? Зачем я сказал это? О, чё, как оно? Они у тебя? Да, конечно. Вот. Спасибо. Ну, все в порядке? Да, конечно. То есть мы грабанем ФРБ, и парни нам дадут просто так уйти? Не, даже не знаю. Ладно, Лестер, что там у тебя? Пока не знаю. Дайте мне минутку, я тебе вообще-то не компьютер. А может, ты компьютер на самом-то деле? Так вот, что я думаю. Есть два варианта. Новая охранная программа переходит в режим сдерживания при особых случаях. Ну там землетрясения, облазни, форс-мажоры всякие. Так вот, мы можем сложить зажигательные бомбы, и они там бабахнут. Поступаем вызов в аварийную службу, перехватываем и изображаем, короче, пожарных. Забираем диск с данными. Или, второй вариант, можем взломать систему на месте. Прибудем по воздуху. Надеюсь, сильного сопротивления не встретим. Нормально так. Или взрывать контору с психопатами... Или взламывать одну из самых сложных в мире охранных систем. Ниндзя недоделанный. Ну, эники-бэники ели. Не знаю, что. Если хочешь устроить фейерверковый крест-диск, то тебе нужно... Ой, зайди по пропуску уборщика. Все пройдет ночью, когда большинство сотрудников там не будет. Ты моешь полы, устанавливаешь... Что? Мне придется мыть полы? Да, да, тебя будет видно на камерах наблюдения, так что не выходи из роли. Тебе нужна еще пожарная машина, которая приедет после взрыва. Рядом с зданием бюро в тихом месте должна стоять машина, чтобы вы смогли сжечь пожарную. Вам потом надо сжечь. Вам нужно также добыть машину для отхода. А насчет другого способа, побыть недоделанными нельзя. Если выберешь этот способ, не надо будет выдавать себя уборщика, но нам придется нехило попотеть. Твоим начальникам из ФРБ придется обеспечить тебя вертушкой. Пролетишь над зданием, спрыгнешь с парашютом, попадешь внутрь через крышу. Только вооружись до зубов на случай, если что-то пойдет не так. Мытье полов или парашют? Непростой выбор ты, конечно, предлагаешь. На это здание Хейнс выдал нам деньги. Ну, задание, точнее, не здание. Ребятам заплатим за этих денег, сдачу себе оставим. Что ты выбираешь? Так, есть два варианта, пожарный или взлом. Взлом, на самом-то деле, там летать надо, я не люблю летать. А вот пожарный, это прикольно, там вообще очень круто, на самом деле, будет. По зданию входит. Мы выбираем этот вариант. Значит, ты хочешь мыть полы? Тебе понадобится еще пара стрелков. Они отправятся за тобой под видом пожарных. Если все пройдет как по маслу, им даже стрелять не придется. Но тебе надо будет войти в горящую высотку, помни об этом. Давайте самого опытного возьмем. Какой у нас тут самый опытный-то? Вот этот. Так. 14%. Мой счастливый талисман из ювелирного магазина. Так, еще один. Норм Ричардс.
7%. Ну, пусть будет. У него репутация дурацкая, но он может быть полезен. Это охраняемое государственное здание. Ты уверен, что именно так хочется провернуть? Да, конечно. Итак, у нас есть победитель. Я обо всем договорюсь и сообщу тебе, когда все будет готово. Да, звякни мне, конечно. Знаешь, я все думаю про федеральное хранилище. Проект очень интересный. Но не уверен, что мы сможем провернуть это дело без сам знаешь кого. Ну, главное, чтобы он не мог провернуть его без нас. Ой, вот так вот, короче говоря. Будем налетать на бюро. Так. Так, ячейки, автосохранение. Да-да-да, сохраняем. Выполнено. Планы архитектора. Отлично. Чтобы подготовиться для... к делу, нужен отход для транспорта. Да-да-да. Сейчас мы займемся тем, что будем искать машину для отхода. Мы установим... мы оставим ее в том же самом месте, что и машина для отхода, когда мы грабили инкассаторский фургон во втором сезоне. В том же самом месте. Поехали. О, Аманда. Слушай, Майкл, я так рада... О. Так, где это? Майкл, слушай, я так рада, что мы снова вместе и пытаемся наладить отношения. Мы многое пережили, поэтому я не могу просто так разрушить семью. Да, ты ужасен. И очевидно, что никогда не изменишься. Но когда придет твой срок, я хочу присутствовать на твоих похоронах, как твоя жена. Пожалуйста, прекрати мне изменять, порви с теми типами. И, пожалуйста, перестань лезть с жирным депрессивным лентяем, которого я любила. Точнее, станем. Хорошо, сделай все, что в твоих силах. Ведь именно это советует той радиопередаче. Сделай это. Или свяжи какой-нибудь позитивный поступок. Стань примером для детей. Положительным примером. Слушай, я уверен, что нам надо будет снова сделать в доме ремонт. Ничего особенного, они называют быстрый вариант. Думаю, он сильно укрепит наши отношения. Я хочу либо ремонт, либо бунгало на пляже. Мне кажется, море тебя беспокоит. Целую. Да, очень хорошо. Это транспортное средство принадлежит Майклу, оно не годится для отхода. Какое бы нам взять транспортное средство для отхода? Я бы этот фургончик взял, как у Майкла, но он разукрашен не очень красиво. О, Трейси. Привет, ягодка. О, бабочка, у меня проблемы. В чем дело? Деньги, наркотики, твоя мать? Меня преследует какой-то парень, кажется, он что-то задумал. Ты где? На Вайнвуд Плаза. Ладно, жди там. Он следовал за мной на моей машине. Давай поездим тут, а когда он появится, с ним поговоришь. О, да, конечно, мы поговорим. Ладно. Блин, я хотел этот красный фургончик взять, но думаю, Трейси нужно помочь. Поехали. Так, вот, Трейси здесь. Пошли, найдем его. Он был за углом в Хэллшоу. Ну, давайте туда поедем. Мы ищем человека в лиловом кабриолете. Марку, правда, не помню. Ладно, я запомню. Лиловый кабриолет, лиловых машин очень мало. Поэтому нам никакого труда не составит найти его. Так. Он здесь? Я не вижу. Нет, его тут нет. Нам... давайте заглянем в мотель напротив большой стройки. Ну, давайте. В принципе, ехать так же недалеко. Он попросил кое-что подписать, короче. Что еще подписать? Петенцию или экзат травы? Надеюсь, я не взяла кредит, как твой брат. Нет, никаких кредитов. Насморк аллергический мне до сих пор нет. До сих пор не прошел. Нет, его здесь нет. Давай поищем его в Клакенбелл. Это на Рокфорд Плаза. Ой, извините, извините, извините. Я раздавал автографы на выставке. Люди хотят познакомиться с тобой после того видео в Стыдиславе. Ну да. Именно так. Ты, конечно, непременно должен заработать на этом. И здесь я не вижу его. Нет, давай свернем за угол. И найдем там мимо, Крокхэд Хоук. Посмотрим там.
Ну да, моя дочь знаменитость, у которой даже есть собственный фанат. Ты все-таки добился успеха, твои дети живут в Рокфорд-Хиллз. О, фиолетовая тачка, вот он. Он тебя засек, погнали. Ты куда собрался-то? Давай поговорим. Серьезно, я не знал, что у нее есть папик. Ну да, ты не знал. У каждого есть папик. Все не так уж и страшно. О, теперь ты никуда не поедешь. О, нет. Нет, все-таки поедет. Так. Стой, куда же ты собрался-то? Подожди. Вот что ты чувствуешь, да? Что, нравится, да? О, наконец-то. Блин, я телепортанулся, по-моему. Блин, этот козел очень быстро бегает, и... Может быть, его бахнуть шокером? А, блин, у меня нету шокера. Блин. Это не любовь, это интернет. Извращенец ты, дурацкий, блин. Ты прав, мне нужна помощь, пожалуйста, не убивай меня. Тогда остановись. Не хочешь останавливаться? Походу, тебя придется убить тогда. Блин, ну у меня нету выбора, он очень быстро бегает. Так, вернитесь в машину Трейси. Блин, да почему все так тормозит-то, алё? Раньше же не тормозило настолько сильно. Так. Блин, Америка, кругом фургоны вот здесь стоят. Обожаю эти фургоны. Так, давайте отодвинем машину, чтобы я мог сесть за руль. А то не даст. Не получится сесть за руль. Что случилось, пап? Да, с тем парнем случился несчастный случай, сожалею. Так, приехали. В этом заведении никаких извращенцев нету. Только жуткий брат, убийца, наркодилер. Спасибо, ладно. Приятно, что ты хоть раз мне удалось направить родительский комитет там что. Короче, пока мы ехали домой, у меня появилась довольно неплохая идея. В качестве транспорта для отхода можно использовать... Можно использовать красный фургон Майкла. Давайте, собственно, это мы и сделаем. Так, выезжай. Нужна пожарная машина. Сделай ложный вызов или угони из там пожарной части, как получится, короче. Да, это мы тоже сделаем, но сначала припаркуем машину там, где надо. Так, мы установим ее, как я уже сказал, в том же самом месте. И... собственно, встретимся там. Чик-чик. Так, вот мы, собственно, и приехали. Давайте припаркуем нашу машину здесь. Здесь можно оставить транспорт для отхода. Позвоните Лестеру или Франклину, чтобы пометить координаты транспорта. Так, подождите. Пометить координаты транспорта. Так, Лестер, машина для отхода припаркована там, где нужно. Хорошо, сообщи мне координаты. Грейт Чапрал. Отлично, позвони мне, когда завершишь подготовку. Так, а теперь начнем захват пожарной машины. Так, короче говоря, я устроил поджог тут. Извините. Короче, пока они будут тушить пожар, мы возьмем... ихнюю пожарную машину. Уйдите от полиции. Ладно, сейчас. Так, приехали. Приехали обратно к швейной фабрике. Думаю, в принципе, все готово для плана. Выполнена пожарная машина. Отлично, друзья. Сейчас мы позвоним Лестеру, да?
Лестер, мы добыли пожарную машину, припаркованную неподалеку от фабрики. Ну, значит, больше не стоит тянуть время. Я сообщу парням, приходи в мой офис. Так. Никуда нам ехать не надо, просто заходим на эту швейную фабрику. И сейчас будет очень классная миссия, очень классная. Спойлер такой небольшой. Надеюсь, вам это понравится. О, привет, как дела? Неплохо, учитывая обстоятельства. Я собираюсь ограбить правительственное учреждение, а между тем мой бывший друг психопат хочет убить меня. Ах, да, лекарства действуют, жизнь прекрасна. Ну да, конечно. Франклин нам все достал. Вот, надень. А что потом? Потом отправляйся туда и устрой поджог похитрее того, что мы здесь готовим. Так, я полагаю, одной свечкой и занавесками нам не обойтись. Да, абсолютно верно. Нужны большие подрывные устройства. Их надо еще правильно разместить, чтобы получить доступ к серверам. У нас был здание, чтобы главное не рухнуло до конца. Диск должен остаться цел. Короче, ты подрываешь бомбы. После того, как их устанавливаешь, звонишь Франклину, вы притворяетесь пожарными и заходите туда и крадете диск. Учитывая обстоятельства, я ничего лучше придумать просто не мог. Если ты помнишь, ты сам выбрал такой вариант. Да брось, брось. Вообще-то Тревор был прав. Ты и вправду нытик. Да пошли бы вы нафиг. О, только после вас. Извините, я первый сказал. Доберитесь до здания FIB. Или ФРБ. Блин, зачем ты так упал? Так, ладно. Погнали. Где у них там это здание? А, в принципе, недалеко. Доедем. Доедем. Так, не буду ничего вырезать. Это реально классная будет миссия. Как дела, Майкл? Скоро начнется моя смена в бюро. Бери Густаво и Норма. Садись в пожарную машину. Ладно, по крайней мере, половина команды знает, что делает. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь есть здание. Ого, ничего себе, какое огромное. Здесь здание FIB. Слева здание CUR или IAA. То есть правительственные наши агенты все в одном месте находятся. О, ты новенький? Покажи пропуск охране и проходи. Они постоянно меняют подрядчиков. Ребята вроде меня постоянно теряют работу, соглашаются на меньшие деньги. Ну ладно, проходи. Доберитесь до лифта. Блин, прикольно внутри сделано, я вам хочу сказать, блин. Не зря я выбрал пожарный вариант. Он самый прикольный. Он прикольнее, чем второй вариант. Я выбираю самые прикольные варианты. Да. А сколько этажей? 60 этажей, обалдеть. Так, возьмите швабру. Идите к офисам. Отлично. Идите к офисам. Так. Нажмите Е, чтобы поставить ведро. Мойте пол, да, мыть полы. Мыть полы. Новая механика в игре. Чик-чик-чик-чик. Отлично. Давайте второй. Блин, грязь только размазывает. Швабра грязная, вымыть ее в ведре. Давайте вымоем швабру и уберем грязь, которую мы размазали. Так, убираем.
Так, снова давайте вымоем, чтобы грязь не размазывать. То будет плохо совсем. Не свисти. А то денег не получим после этого ограбления. Так, установите бомбу в шкафчике. Вот в этом? А ее там никто не заметит? Вот так-то. Эти заряды помощнее, чем те, которые мы обычно таскаем в карманы, которые мы часто используем. Они реально способны устроить большой пожар. Чуть-чуть помощнее они. Так, идите в следующую комнату, короче. Где у нас следующая комната? Блин, тут целая бухгалтерия у них, я вам хочу сказать. Да хватит свистеть, а? Майкл. Так, мойте пол. Блин, а тут побольше мыть надо. Так, поставь сюда. Чик-чик-чик. Может, она уберется? Да, убралась, отлично. А, тут еще. Тут еще есть. Целых три точки. Точки. Так, вытираем пол. Ну, не вытираем, моем, точнее. Вытирать не нужно. Так, куда нам дальше идти? Туда? Аллергический насморк у меня так и не проходит. Так, давай намочи швабру. Отлично, грязь убрали. Так, снова. Так, вытираем, 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 вытираем. Установите бомбу в туалете. Бомбу в туалет обязательно, конечно. Больше нигде же нельзя, да? Так, а, вот он, туалет. Так, мужской, женский. Ну, я все-таки мужик, я зайду мужской. Да. Эй, подожди, давай я стряхну последние капли, а потом уже, да, не волнуйся, я не иду. Ничего тебе там смотреть, блин. Ой. Да. Так. Что у нас дальше-то? Все, больше ничего мыть не надо. Отнесите швабру обратно в подсобку. Отлично. Где у нас подсобка? FIB, FIB. Прикольный логотипчик. А давайте там пойдем. Давайте с этой стороны пойдем, чтобы здание побольше изучить, получше. Так, вот здесь мы не были еще. Да. Еще один уборщик. Прошлый умер от инфаркта или его просто сократили? Не умер он от инфаркта. Я просто занял его место. Он в отпуск пошел. Так, оставим все это здесь. Идите к лифту и покиньте офис. Отлично, лифт прямо перед нами. Тут еще и подвал, походу, есть. Так, покиньте здание. Отлично. Так, пошли, пошли, пошли. Не перенапрягайся. Да, мы тоже скоро уходим. Так. Ну что, пора приступать, наверное, взрывать уже, да? Ну, вписался прям в ограждение. Заряды установлены, я вышел. Эй, чувак, мы ждем за углом, твое снаряжение у нас. Все готовы, как только мы подберем его, сразу начинаем, понятно? Погнали, кореша. Вошли, вошли.
А, это Майкл? Майкл не здесь же был, вроде бы. Как он быстро добрался до сюда, Майкл? Так, Фрэнк, взрывай бомбу, а я надену костюм. Да, и они взрываются еще не совсем так. Берем телефон. Подрывается. Ну что, сделаем бабах? О-хо-хо, красиво. Видите, насколько они... Обалдеть, они мощные. Эти бомбы. По-моему, 4 взрыва было. Все, едем к месту происшествия. Блин. Вроде бы мы 2 заряда установили, а... Другие... Не нужно волноваться. Другие идиоты в этот огненный ад не сунутся. Припаркуйся у тротуара. Идем внутрь. Отлично. Давайте посмотрим. Ну да, там все горит. Только было 4 взрыва, а я, если не ошибаюсь, мы установили всего... Мы установили всего 2 бомбы. Видимо, там что-то еще было взрывоопасное внутри. Так. Все уходите, мы разберемся с пожаром. Ну, по крайней мере, постараемся. Ко мне, ко мне. Вот лифт, пошли. Тут 3 лифта, а куда идти? Ух, Лестер сказал, что с лифтами можно еще пользоваться. Он что, закинулся лошадиной нозы ангеликов или просто гашиши? Да? Ну, скорее всего, и то, и другое. Спасибо, что разъяснилось. Сейчас это не важно. Так, здесь низкое содержание кислорода, надо быть осторожным. Так, надо перейти на другую зону. Здесь нет света, кроме вот этого вот сигнала тревоги мигающего. Лампа накаливания не указывает на сбой в работе. Так. 47. Лестница здесь, идем на 53. Осталось немного, поднажмем. Он автоматически поворачивает, отлично. Так, 50-й. Вот мы на 49-м, по-моему, этаж бомбы запустили. А зачем мы идем? А, мы же за диском идем, а не за пожаром. 53-й сервер где-то, короче, здесь. Ой, а тут дыма-то много. Но здесь света немного побольше. Здесь дыма поменьше, чем на 47-м этаже. О, здесь вообще получше. Так, вот где-то здесь они должны находиться. Дверь заперта, Франк, прицепи бомбу и взорви ее. А дверь-то стальная, ее, наверное, и пушкой не прошибешь. Но нашими супербомбами это вообще не проблема. Серебристый желтый диск, средний шкаф и все такое. Отлично, достали. Мы нашли его, погнали. Это что за... Что это за след? А, это от взрыва двери. Так, у нас мало времени... О, господи, господи, ё-моё. Так, что нам делать? Ай. Пошли, пошли, пошли. Чёрт. Ого, нифига себе. Ой, сейчас рухнет. О-о-о. Ничего себе. Все на соплях просто держится. Блин, сюда. Ой, блин, а тут вообще задымление. На этом этаже-то. Тут плохо все видно. Тут такой дым. Дверь надо вышибить. Гай. Ой, блин, ничего себе. Блин, взрыв слишком мощный оказался. Так, Фрэнк, проверь Личардса. Кажется, он погиб. Да, мы вытащим его. Мы не вытащим его из этого ада, придется его бросить. Да, вот здесь больше всего горит. Здесь просто все разрушилось. Здесь везде огонь горит просто. Так, все разваливается на части просто. Так, температура вот здесь. Надо не наступать на огонь, идти очень аккуратно. Ой, да тут все развалилось. Нам надо выбраться только отсюда. Но... Так, 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 так. Приготовим пистолет, потому что я знаю, что здесь будут несколько агентов. О! Ё-моё, блин.
Видимо, какие-то действительно взрывоопасные штуковины тут есть. О, меня, кажется, взрывом оглушило. Так, туда мы не пройдем, потому что там все горит. Так, мы на этаже ниже. Тебе направляется группа агентов, они, кажется, знают, что происходит. Ладно. Так, я, блин, тут дымит все, я ничего, я их еле-еле вижу. Так, вот, от первого лица видно получше. Видишь, здание горит. Да, я все прекрасно вижу, я... Ай, это агенту, наверное, говорит. Вы что здесь делаете? Вы бы лучше бы уходили отсюда, тут все горит, вы не видите, что ли? Так, отлично. Они, кажется, раскрыли план. Надеюсь, они никому не доложат, что... Так, стоп, куда ты встаешь-то? Блин, ну это вообще классная миссия, вот так вот ходить. Так, тут еще один где-то, за дверью. Пыщ. Так, вы сейчас должны быть дома вообще-то. Не вставай. Не вставай, я сказал. Так, с ними покончено. Иду тебя искать. Отлично. Так, наверное, можно выключить этот режим. Видя от первого лица, было получше видно немного. Так. Блин, ну тут везде все горит. Это кошмар какой-то. На этажах повыше. Вот, лезем наверх по обломкам. На этажах, которые немного повыше, там нет такого задымления. Особенно на там, где ближе на крыше. О, у нас еще кислород заканчивается. Так, спускаемся здесь. Здесь должна быть шахта лифта. Возможно, нам по ней удастся спуститься. Так. Вот, вот здесь. Нет, не здесь. Так. Вот лифт. Нужно открыть эту дверь. Лифт точно работать не будет. Так, увидимся на первом этаже. Так, спускаемся. Так, используйте кнопки. Там. А, мышку можно не использовать. О, ой, обломки падают, надо уворачиваться от них, наверное. Воу. Так, осторожно. Ух, как он меня не задел-то. Так, еще один обломок летит. Ух, хорошо, что я сейчас не прыгну. Ой, задело. Так, твердая земля. Валим нафиг из этого здания, пока оно не обрушилось на нас. Да, этим обломком нас задело немного, но, в принципе, это никакого вреда нам не наносит. Так, возвращаемся в пожарную машину. Так. А, мы в подвале. Тут еще. Тут подвал еще есть, да? Мы сделали только то, что смогли. Не переживайте, скоро будет подкрепление. И весь пожарный расчет. Департамент, точнее. Так, отправляйтесь к координатам отхода. Они у нас довольно далеко, поэтому я также обрежу эту поездку. Блин. У одного из наших этих солдат... Ну, солдат. Людей в команде повысились навыки, другой погиб. Ладно, встретимся на месте для отхода. Так, мы приехали. Тут ребята разнылись из-за того, что зона отхода далековато. Так. Блин, за Майкла нельзя играть. Ну ладно. Так. Нет, да не... Зачем ты ее уронил? Сюда давай ставь. Так. И садимся в фургон Майкла. Садитесь быстрее, давайте. Погнали.
И давайте взрыв. Бабах! Отлично. Так, погнали к Лестеру. Погнали. Ой, блин, нифига себе, ты чё так едешь-то, а? Байкер, ты чё, офигел, что ли? Теперь, когда все позади, могу признаться, что ты не веришь, что выбраться. Один из нас не выбрался. Черт, правда. Так. Повреждения немного есть от этого мотоциклиста. Ну блин, ну куда же он так летел-то, а? Совсем без башки, наверное. Так, едем к Лестеру, короче. Едем мы к нему домой. Вот и дом Лестера. Особо не высовывайтесь. Ого. А я думал, что у вас клоунов не увижу больше. Получилось! Ура! У нас получилось! Ну и чё, как? Да, смертельно опасного дела, которое мы выдавали себе за противопожарную службу в охраняемом правительственном здании. Это неплохо, на удивление. Ну, иди сюда, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, извини, забыл. Ты забыла в моей болезни, что ли? Ничего, бывает. Ну что, давайте бухнем. Франклин, наполняй бокалы. У меня тут крутая самогоночка. 100% деревенский солод. Скоро мы начнем совершать инцест. То, что нужно, нам нужно забыть о своих бедах. Я сейчас нажрусь в бухло, а потом вломлю доступ к веб-камере. Буду снова подглядывать за студентами. Я болен, понятно, мне нужен отдых. Ваше здоровье. Чувак. Ну и бухло. Так. Мне жаль отрываться от коллектива, но мне нужно слово уладить дела с Дэйви. Серьезно? Пусть знают, что мы для них сделали. Есть доказательства, что это для них. Значит, мы можем с ними разбежаться. Ну, я тогда с тобой пойду. Нет, нет, ты отдыхай, я должен все сам делать. Чем раньше, тем лучше. Ну да, не поспоришь. Я хочу это дело наконец-то закрыть. Тогда и с Тревором разберусь. Вернусь к обычной жизни. Буду скучным, никчемным. И так далее. Как офигеть, как ценящим. Пейте нектар инцеста, короче. Да, ребята, с вами даже кризис среднего возраста не так-то страшен. Ограбление состоялось, налет на бюро. Отлично. Короче, я поеду на своем фургоне домой, и, но мы на этом серию закончим. Мы взяли бюро, Дэйв. Я ничего тебе не должен. Нет, не должен. Встретимся в центре Кортс. Я хочу поговорить об этом. Я все, Дэйв, выхожу из игры. Прямо сейчас? Уважаю твое решение. Ты знаешь, я тебе пытаюсь помочь, но... Вы с Тревором нарываетесь на Мэри Уэзер. Это очень сильно мешает. Это дела Тревора. Да, ну все пофигу, чьи это дело, но то, что вы натворили глупостей. Мэри Уэзер пасут мой офис. Ладно, я приеду. Центр Кортис. Там мы и встретимся, да? Ну что ж, дорогие друзья. Куда он нам там сказал встретиться-то? Вот сюда. Вот сюда, значит. Этим мы с вами займемся в следующей серии. Блин, серьезная царапина от этого мотоциклиста. А, ну еще на бампере, да. Ладно. На этом все. С вас лайкос, подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, а еще на группу ВКонтакте. Всем пока!